Руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Киреев, депутаты окружного совета Андрей Яцишин, Владимир Семин, Владимир Виницкий проверили состояние спортивной площадки в КДЦ «Истина» в Кубинке. В частности, оценили подачу тепла в спортивный зал. Система функционирует удовлетворительно. Температура воздуха в пределах нормы. Спортсмены занимаются в комфортных условиях, несмотря на холодную погоду за окном.